Приветики, ребятки! Вы попали на мой канал. Я вас рада видеть. И в этом видео мы вместе с вами будем уничтожать вот этот вот блокнотик. В этом видео мы уничтожим примерно 35 страничек, а другие я буду уничтожать еще 35 во второй части и в итоге 70 в длинных видео и также еще в коротеньких шортс видео. Возможно, даже на двух моих каналах. Да, у меня есть еще канал, где я выкладываю только коротенькие шортс видео. Погнали. Итак, первая страничка. Нам тут с вами надо все заполнить. Так, напиши свое имя белым цветом. Окей. Давайте я напишу белой ручкой. Итак, эта книга принадлежит Арине. Так, давайте напишем просто Арина. Вообще Арине, ну ладно, мы будем писать в именительном падеже. Так, неразборчиво. Окей. Итак, как бы его написать неразборчиво? Ну, как-то так тут получилось. Я Арина какая-то, ну ладно. Так, дальше, малюсенькими буквами. Это я не умею. Ну ладно, давайте попробуем. Вот так как-то. Можно было поменьше, но ладно. Так, задан наперед. Арина, а... Анира. Так, да. Давайте лучше будем ручкой заполнять. Ладно, как-то так. Дальше, свое имя как можно длиннее. Так, вы думаете, мне получится? Ну вот, я вообще не давила почти. Да, также ждите еще видео, где я буду делать дневник «Уничтожь меня», но мы будем уничтожать не его. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Так, свое имя гигантскими буквами, это я умею. А теперь моя ручка-то сама не пишет. Арина. Во. Класс. Так, дальше. Адрес. Ну, это я не скажу. И номер телефона. No. Не скажу. Если тебе надоело перевести на любую другую страницу, сделай то, что на ней написано, а потом возвращайся. Так, ну, я уже, в принципе, все заполнила. И сейчас я буду рандомно вот так вот листать, и мы будем выполнять задание. Итак, и следующее задание. Да, тут, кстати, уже появилась такая веревочка, потому что я выполняла задание и таскала его по парку. И тут он немного уже даже поцарапался. Да, так, это видео можете посмотреть в шортсах. Итак, ищем следующую страничку. Давайте вот это. Вспомни, что необычного хранится у тебя дома, нарисуй и пиши это, используя разные цвета. Ну, окей. И так у меня получилось. Да, я даже не старалась, потому что это же дневник «Уничтожь меня». И у меня вообще просто нет даже почти времени. Да, кстати, сейчас начались каникулы, и поэтому видео будут выходить чаще. И я еще хочу придумать, мне там надо сделать дневник, где надо будет уничтожить антистресс. И я потом еще буду участвовать в двух конкурсах на настольные игры. Да. И как я делаю, видео тоже будет на моем YouTube-канале. Итак. Тут у нас с вами есть морская звезда. Ну, вот тут она лежит. Вот. Да. Это не настоящая, там и тогда папа привозил. Ну, ракушки, да, тут. Такие вот там всякие такие. Дальше гигантский Simple Dimple, гигантского вернушка и код для окна. Я думаю, если вы меня смотрели в ТикТоке, либо же короткие мои видео, то вы видели этого кота, который тут лежит, потому что он меня продувает окно. Вот такой котик. Ладно, так, давайте дальше. Так, следующая страничка. Давайте так все возьмем. Давайте вот так. Вот это. Собери сумку или рюкзак, пусть этот клочок оттуда торчит. Это нам, то есть, надо... Вот так вот вырезать и туда положить. Ну, окей. Ну, смотрите, как-то так у меня получилось. Да, я положила вот в бананку. Все, готово. И тут теперь у нас с вами вот так некрасиво. Так, ладно, давайте дальше. Так, залезь повыше, сбрось блокнот. И вот я тут, в общем-то, поднялась на диван и кидаю. Вот оно. Так, дальше у нас какое четвертое, да, задание? Давайте теперь отсюда. Но отсюда будет сложнее. Ладно, опять это же. Давайте дальше. Вот, место для приятных мыслей. Тут я, по-моему, не заклеила его. Сейчас это давайте и сделаем. Итак, я тут написала. Я стану популярной, у всех все получится. Все умные, все красиво рисуют и все красивые. Я не знала просто, что написать. Да, я также решила это не заклеивать. Давайте просто так сделаем. И оно все само заклеится. Так.
Дальше, давайте все желанно, давайте вот так вот. Да, вот так вот не будет получаться, а так получится. Так, следующая страничка. Эта страница хранит твой секретный знак. Итак, что это? Окей, я его знаю. В общем-то, вот, смотрите, тут 2022 Z, это, то есть, моя картина зимой, я помню, у меня был такой знак. Теннис, и мне мама сказала, чтобы это было так и не замена. Ну, тут замена, но тогда она вообще была. Почти не различишь. Дальше 2022 В, это весна, О, осень, и Л, лето. Так, ладно, давайте дальше. Шестое задание, да? Так, преврати блокнот в башмак. Я немного не поняла это задание. В смысле? Подождите-ка, блокнот в башмак. Это, то есть, вот это положить в башмак или как? Напишите, пожалуйста, в комментариях, я его потом выполню. Дальше, седьмое задание. Как это было? Давайте вот это. Побарабань по этой странице карандашом. Вот я взяла такой беленький карандашик. Итак, барабаним. Барабим. Барабум. Ой. Барабан, барабан, барабара, барабум, барабым, барабан. Ну, смотрите, ладно. Так, все, выполнили наше седьмое задание. Восьмое задание. Итак, закрываем. Давайте вот это. Прочитай свои собственные номера страниц, начни отсюда. И мне надо будет это все пронумеровать. Ладно, давайте. Ура, я это сделала, смотрите. Все 109, по-моему, тут страничек. Вот, последняя. 109 страниц, да, тут. Я решила красного цвета, типа как кровь, не знаю, что это такое. Вот, все пронумерованные странички. Это капец какой-то, вот семерочка красивая. Так, ладно, давайте следующее задание. Девятое задание. Давайте вот эту вот как раз таки страничку. Провези блокнот этой страницы вниз по длинному коридору. Давайте не по коридору, а все же у себя дома я его провезу. Просто я сейчас нигде не найду длинный коридор. Итак, я его положила и везем. По нашему коридору. Несем его обратно. Итак, задание номер 10. Давайте вот это. Подними блокнот без рук. Окей. Я это выполнила, конечно же, за кадром. Да, я его, в общем-то, подняла ногами. Ладно, давайте дальше. Итак, хотя давайте, знаете, сделаем что? Итак, рандомайзер чисел от 1 до 109. Итак, 39. Давайте так сделаем где-то, не знаю, 10 раз. Так, страничка 39. Ищем ее. Я тут пронумеровала, поэтому как раз-таки. Вот, и следующая тут страничка. Так, капни чем-нибудь чернилами, чаем, краской, закрою блокнот для отпечатка. Окей. У меня есть такой фиолетовый цветик. Так, аккуратненько, так, чтобы фон не испачкать. И закрываем его. Так, руки я вроде бы не испачкала. Так, закрываем краску, такая вот она у меня. Так, дальше. Следующее задание, по-моему, 12-е. 11, так, число 11, что же у нас в ней, кстати, самое интересное. Поскреби это чем-нибудь острым. Давайте, например, скрепка, так как на той бинте я показываю ножницы и так далее. Она тоже, кстати, острая. Нет, она не острая, чем что-то другое. Циркуль, да, не повторяйте это. Давайте сердечко такое как нарисуем. Вот давайте тут сердечко такое. Хоп, хоп, хоп. В общем-то так. И давайте тут наверху еще. Во. Так, другая целая страничка. Да, тут у меня, кстати... Было две, потому что защита. В общем-то, вот мы это с вами выполнили. Итак, 13-е задание. Должно быть какое-то странное. Число 16. Так, 16-я страничка у нас с вами. Вот. Так, нарисуй линии, сядь в автобус, движение, поезд или пройдись. Окей, пошлите тогда на улицу. Итак, я уже вот вышла на улицу, и сейчас я тут нарисую какую-нибудь линию и все такое, и потом вам покажу. Просто снимать будет неудобно.
И вот так у меня получилось. Подпишитесь на канал. И вот такая вот у меня линия. Да, я, кстати, бежала и это все рисовала. Так, это вот. Так не получится вот эти вот, где тоненькие, или даже по линейку. Может не получиться. Асмр такой. Так, все, мы это задание выполнили. Смотрите, как тут у нас с вами прям получается красиво тогда. Так, 15-е задание, если сейчас будет 15-я страничка, 70-я. Ладно, погнали. Да, смотрела там свет. Итак, 70-я. Так, вымещаю каждый раз свою злость на этой странице. Окей. Давайте прямо сейчас это и напишем. Почему меня... Надо было просто написать, ладно. Мало кто смотрит. И такой, давайте грустный смайлик. Ребятки, поэтому рекомендуйте, пожалуйста, мои видео своим друзьям. Я стараюсь только для вас. И я даже, кстати, почти не отдыхаю и YouTube не смотрю. Да, не так, как другие популярные блогеры могут отдыхать, и нет, а я вот тут тружусь, и просмотров вообще почти нет. Поэтому надеюсь на вашу поддержку. Так, ладно, давайте дальше. Это у нас 15-е, 16-е. Задание 82-я страничка. Итог 82-я у нас с вами, вот она. Даже что там? Торобан наш напиши. Ой, я что-то не так прочитала. Торобан и Шипан, вот. Ну, напиши наоборот, тут написано. И что мне написать наоборот? Ладно, давайте напишем. Так, слайм. Поп ит, ти-поп. Ой, а да, ти-поп. Дальше поп-туп. Бут, поп, а ну тут, так, амогус давайте напишем, амогус, гу, му, амогус, и давайте напишем Арина бумага, так, давайте Арина бумага, Арина, Анира, да я помню. А давайте еще напишем слово ютуб, ютуб-бу-бу. Бутю, ютуб. Окей, так давайте дальше. Следующее задание. По-моему, 17. А, кстати, даже очень хорошо то, что я их пронумеровала. Итак, дальше. Там было 82, ладно. А, нет, это вот было. 44-я страничка. Так, ищем. Так, 44-я, вот. Если денег, у нас уже тут с вами есть денежки. Да, я это снимала в шортс-видео. Так, значит, 89-я страничка, опять идем в конец. Так, 89-я, нарисую разноцветные пятна в ячейках, окей. Я тут решила отобразить мои любимые цвета в маркерах. Да, тут, например, ну вот этот вот красивый, хоть он и темный, но все равно. Так, дальше давайте следующее, 17-е задание. Я уже, наверное, запуталась. 70, если что, напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, итак, 70-я страничка. Так, ищем ее вот. 69, 70. Опять, ладно, дальше. 87. Так, 87. Положи блокнот под подушку. Утром напиши о своих впечатлениях. Окей. Итак, в общем-то, его что я записала. Меня мама вовремя разбудила, потому что меня могла укусить собака во сне. Да, классно, потому что вот я там стою в подъезде, там была злая собака, которая накидывается. И она такая, думаю, мне надо выходить из подъезда. И потом меня мама будет, я ее прошу будить меня, когда она проснется. Ну, бывает 6, бывает 7 часов, она просыпается, в общем-то, чтобы для вас поснимать и видео, и прессовать. Я так посмотрела, это уже будет 19-е задание. 24-я страничка, да уж, я его что-то как-то долго заполняю. Так, 24-я, вот я ее нашла. Итак, что ж тут,
Рисуем языком съесть конфету, обижаю эту страницу, ладно. Да, в общем-то, я взяла скидку. Сначала я думала, мне еще придется ждать, пока я съем сосательную конфету, потом такая, точно, у меня же есть скидус. Да, розовым не получилось, вот фиолетовым цветом. Я-то хотела нарисовать сердечко, но что-то не очень получилось. Так, ладно, давайте дальше. 20-е задание. 31. Так, у нас тут 24, значит, рядышком. Так, 31. Так, прилепи что-нибудь липкое, мёд, жвачку, сироп, клей, леденцы, мармелад, вот сюда, окей. И это будет вот такой вот слаймик. Да, я, кстати, ими увлекаюсь, их делаю, но ими почти не играю, потому что нет времени тут. Вот, смотрите, он, это липнет. Так, давайте без этих штучек. Так, всё убираю. И размазываем тут. От неба потом еще отлипнуть. Какая-то штучка, давайте ее уберем. Так, все, я вроде бы отлиплась, а? Нет, я не отлипла. Он просто липнет. Просто вы видите, что творится за кадром. Так, ну давайте теперь эти странички склеим, да? Просто шок! Что тут творится? Ладно, давайте дальше. Ладно, давайте еще раз по генератору. Так, 21-е задание, 102-я страничка. Какие далеко мы залетим сейчас. Так, 102-я, вот смотрите, 102-я. Опять блокнот башмак. Это было. Давайте дальше. Так, тут 39-я вот. Так, тут какая? А, вот 35, вот 7, 8, 9. Так, ну это... уже было. Да, вот тут, кстати, что стало. Так, что-то у нас повторяется задание. 38. Вот, тут у нас с вами ничего не было. Измажь страницу грязи. Ладно, давайте. Я уже уничтожаю где-то примерно час с половиной. Я думала, это будет быстренько, но нет. Это 21-е задание. Ужас, так, ладно, давайте вот эту черненькую. Тут какая-то у меня зацепилась тогда. А, это было. Давайте вот это. Так, брось что-нибудь прямо в яблочко, карандаш или шарик с краской. Давайте. Так, вот смотрите, я взяла, в общем-то, такой шарик. Тут немного водички. И тут вообще должна быть краска. Вот шарик с краской, но, видите, тут ничего не получилось. Ну ладно, давайте просто кинем шарик. Он не лопается даже. Давайте просто лопнем. Смотрите. Надо было оставить, то красное я все размазала. Ладно. Так, мы это выполнили. Теперь мне тут надо все протереть. Если честно, то как-то его жалко уничтожать. Так, это было 22-е. Так, мой фон не пострадал. Это очень хорошо. 23-е задание. Потеряй эту страницу, выбрось ее, смирись с потерей. Окей, давайте я ее вырежу, пойду в парк и положу в мусорку. И я вам потом расскажу о реакции людей. Итак, вот, я уже пришла в парк. Тут я села свой YouTube-канал. Может быть, кто-то зайдет. Итак, выкидываем. Давайте ее вот так вот положим. Все, потеряли. Теперь я буду сидеть и смотреть. 24-е задание. Итак, это у нас было. Давайте вот это. Закрою блокнот, нацарапай, напишу что-нибудь на корешке блокнота. Вот он у нас корешок. Давайте тут напишем что-то красивое. Я тут написала «Арина, бумага», но мне кажется, то, что оно потом сотрется. Поэтому давайте тут заклеим скотчем. Я еще тут нарисовала такую кнопочку, как YouTube. То, что мой YouTube-канал. Может, кто-то видит, подпишется. 25-е задание. Итак, нарисуй толстые тонкие линии, жми на карандаш изо всех сил. Окей. Вот у меня, смотрите, такой карандаш. Так, тонкие линии. Ты вообще не давлю. Давайте вот так. И теперь толстые. У этого карандаша будут линии поярче, поэтому тут будут им толстые. Потому что, смотрите. Так. 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 И так. О. Во. Дальше 26-е задание. Давайте где-то вот, например, тут. Спрячь тайное послание где-нибудь в блокноте. Окей, давайте я спрячу, а потом вы его поищите. И я его уже тут оставила. Кто самый первый заметит,
то напишите, пожалуйста, в комментариях и также еще время отметьте, чтобы я убедилась, тот получит от меня сигну и приветик. 27-й, по-моему. Да, 27-й задание. Так, собери тут мертвых жучков. Я это не хочу делать, я их боюсь. Дальше давайте 28-е. Так, разрисую эту страницу сверху и по краям. Окей, это я сделаю. Так тут у меня получилось, да, я тут решила раскрасить текста выделителями. Так, дальше следующее задание, 28-е. Давайте вот это. Так, тут у меня уже выполнено оно. Так, мне эта штучка, кстати, мешает даже очень. Так, давайте, например, вот тут. Вот, закрась все вне круга. Окей, давайте раскрашивать. Мне это больше напоминает, знаете что? То, что тут рисовал какой-то маленький ребеночек. Да, 29-е задание, давайте тоже так. Страница для 4-буквенных слов. Такие тут слова я придумала, вы также можете поставить на паузу и прочитать. Дальше, 30-я страничка, осталось всего лишь 6. На это видео будет вторая часть. Положи сюда листья или ерунду. Окей. Итак, я тут, в общем-то, искала ерунду, и вот что я нашла много всего. Тут есть Настя, Арина и Кира равно ЛП, это мои подружки писали. Так, ладно, давайте это тоже приклеим сюда. И такой коллаж у меня получился, мне кажется, очень бомбическим. Да, тут также вот эту мою штучку почти не видно, которую я писала. Пупырышка, которая не удалась, потому что она не очень кликала, в общем-то, вот так. Так трясется. Закрываем. И 31-я страничка. Мы почти первую часть закончили. Давайте вот это так это было. Давайте вот это, вот эту давайте. Так, упакую что-нибудь в эту страницу вот так, окей. Так, вот что я решила упаковать. Да, я эту штучку туда забыла приклеить. И вот скрепочка. Давайте это сейчас упакуем. Прям так не получится. Давайте хотя бы как-то вот так свернем и тут заклеим. Вот так, да, кстати. Вот эта вот черненькая штучка может служить нам закладочкой еще. Да. Кстати, очень будет даже и удобно. Так, ладно, 31-я страничка. Так, обведи свою руку. Окей, давайте я обведу вот эту правую. Не, левую, потому что я правша. Так, давайте вот так вот ее будем обводить ручкой. Кстати, стресс от этого блокнота, да, снимает. Хоть даже если вы его сами делали, немного жалко. О, смотрите. Давайте тут вот правим. Вот. Все, моя рука. Давайте закроем и 32-я страничка. Так было. Вот это. Так было. Ой, изрисуй верх обложки, титул, инструкции, страницы с копирайтами, не знаю, что-то, сложу уголки любимых страничек. Окей. И я это уже выполнила, да, вот, кстати, моя еще любимая страничка. Придумала, как заморозить эту страницу, хоть мы это еще с вами и не выполняли. Так, тут у меня есть еще вот любимая страничка. Так, дальше. Так, ищем в самом начале, вот я помню. Где оно? А, вот это. И вот это классно. Красиво написано просто. И как же я разрисовала. Вот так вот. Да. Тут это потом все может стереться, поэтому так вот. Ахахахах. Арина, лол, абобус. И это называется уникальный блокнот для творческих людей. Да, лол, абобус. Да. 33-я страничка. Давайте как-то где-то в конце. Вот. Как раз придумаю, как заморозить эту страницу. Давайте мы ее сейчас вырвем и придумаем, как же ее заморозить. Надеюсь на ваши старания и на ваши лайки. Так, первое, что нам нужно сделать, это ее вырвать. Давайте ее прямо именно вырвем, не будем отрезать. Вот так. Да, конечно же, мне хочется, чтобы тут все было красиво, но все равно задание есть задание. Итак, что же я интересненькое придумала? Я взяла слаймик вот этот, вот, да, который липкий. Так, эту страничку, давайте ее еще раз вот так вот сложим. И положим слайм в морозилку. И вот так вот. Давайте сюда еще наверх нальем водички. Все равно этот слайм потом выкину. Так как он мне не нравится. И даже если его загущу, он все равно будет не очень. И потом я вам в конце этого видео покажу, что же с ней станет.
Так, давайте дальше. Следующая, 34-я страничка. Еще осталось две странички. Давайте после этого. Это вот это. Так, вот это было. Вот это было. Вот. Разрисуй страницы ложками, запонками, обмакнув палочками, и чем хочешь их в краску. Итак, вот я тут взяла ватную палочку. И разрисовываем страницу. Так, давайте пробуем нарисовать сердечко, возьмем ложку. Давайте этим попробуем нарисовать сердечко. Хоть это было бы и на другой страничке, но да ладно, давайте это сделаем тут. Просто мне сейчас эта идейка пришла, вот всё. Я порисовала. Вот, давайте все так и оставим. И последняя наша с вами страничка. Давайте что-то в конце. О! Так, спусти эту страницу на воду. Хорошо, давайте сейчас я посмотрю видео, как сделать кораблик, и спущу на воду в ванне. И такой кораблик у меня получился. Да, итак, запускаем. Я их не умею запускать, но ладно, главное телефон не уронить. Уи! Надо было еще кого-то сюда. Не знаю. Так, давайте. Уи! Вспомним детство. Кстати, 97-я страничка. Так, ну думаю, все, он поплавал. Давайте это оставим на память. И вот что получилось. Я вначале подумала, это плесень, и испугалась. Потом я вспомнила то, что это кубики. А вот это вот может быть и плесень. Ну-ка, сейчас понюхаем. Да, вроде бы нет, но что-то странное. АСМР. А, она липнет уже. Мне уже все руки заледенили. Вот, вот это... Полосочку видно, просвечивается. В общем-то, вот я ее заморозила. Что тут за красное? Мне страшно, что там? Я даже забыла. Что-то красное там. Тут не было ничего. А, это вон тот свет, сел туда вниз. Прикольно. А, у меня сейчас руки все заледенели. Ну, а мое видео подошло к концу. Надеюсь, что оно вам понравилось. Вы меня также поддержите своим лайком за мои старания, ведь я стараюсь только для вас. Всем пока-пока! До следующих видео. Вы мои самые лучшие. Бай-бай!